Елена Воробей хочет занять место Елены Степаненко. Юмористка призналась на днях, что подумывает увести Евгения Петросяна из семьи. Конечно, это была шутка, однако в каждой шутке, как известно, Воробей пересеклась с Евгением Вагановичем на гастролях в Санкт-Петербурге. Она сделала с ним совместное фото, а в подписи к нему рассказала о том, что Петросян импонирует ей не только, как талантливый артист, но еще и как мужчина. Мол, Евгений Ваганович следит за собой, всегда находится в хорошем настроении и является очень хорошим человеком. Ой, уведу я Евгения Вагановича, прим. Рэд. Ой, держите меня семеро. Хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой, чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко Е2, написала Елена. Подписчики напомнили Воробей о том, что сердце Евгения Вагановича, судя по всему, уже занято. Ходят упорные слухи, что его связывают особые отношения с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Девушка и сама признается, что Петросян очень ей близок. Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю, рассказала она. Не так давно Татьяна и Евгений Ваганович вместе провели короткий отпуск в Испании. Кроме этого, их часто видят вместе на театральных премьерах. Правда, позировать репортерам вдвоем они отказываются,